Снова всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая, и я действительно ее сильно ждал. Ребят, все, ну, блогеры сказали, что компания Meizu уже все, потому что умерла, и тут они забомбили 9-й нот, ребят, шикарнейшими, вообще в КТХ идет. Сделано все в лучшем виде, и тем более, что, ребят, официальная глобалка 4.64, я думаю, что их все купили, потому что черненький. Беленькие пути пока, что вы увидели компания указа, что нот 9 и сделан для Украины, кстати, что изначально. Есть из технических, ну, что ТТХ, вот единственное, что 4.64 идет у меня, и, ребята, 675 дракон. Это вообще в теории супер должно быть. Естественно же, испытаем по камерам, тут идут копия, что в 7-м как раз... Ну что, вот ноте, что для информации всем рассказываю, попытаемся скрыть его, что вдруг все-таки получится. Вот единственное, знаете, что упаковка у них, я вам скажу, что полное говно. Ну, как, все комфортно, но вот с доставанием чуть-чуть все-таки вот неудобно. Так, высовываем. И что? И первое впечатление. Пленочку снимаем, ребят. Спинка. Ну, я не знаю, но первое впечатление, что из пластика. Вот пишите в комментариях, но исходя из звука, то точно из пластика. И, знаете, и с каркасом вот нет, ну, чувства, что из металла. Я так думаю, что все-таки, ну что, из пластика он идет. Тут у нас включение кнопочки громкости идут. Микрофон дополнительный. Сим-карты. Секундочку, испытаем. Ну, попытаемся их испытать. Ага. Фигушки называются. Тыдысь. Кстати, вы знаете, что плохо? Что в китайцы сэкономили на чехле. Вот, действительно, вот что вы увидели, что пишется ТТХ. Экранчик 6,2 Full HD+, 675 дракон идет. И камеры, что вы увидели, это просто, ну, что бомба. Аккумулятор 4000, у нас есть M-Charge. Все включено, скажем так, так. Вскрываем аккуратно. Чикс. Попал все-таки впервые. Но что чехла вот нету, честно, мне что обидно. И сэкономили вот здесь, что плохо, только сим-карты. Ну, знаете, для такого телефона я считаю, что лучше бы уже было, чтобы бомбировали по полной его. И включаем первое впечатление. Кстати, вот смотрите, вот здесь у нас идут датчики в камере, попытаюсь... Включить, динамик идет, ну что сделано все симпатично и аккуратно. Скомплектация. Ну что, извините, что так, знаете, все и сумбурно, и быстро. А то все кипишуют, ну что долго вот, тебе рассказываю. Так что будем чуть-чуть попытаться сделать быстрее. 12,2 ампера, 24 ватта. Это вообще круть. Но единственное, знаете, вот что плохо, ну что греется. Вот вы включаете, ну, что действительно греется. Так, я думаю, что здесь стандартный USB-C идет. Да, ну, знаете, вот с тех пор, ну что, комплектацию не улучшили. Но что чехла вот здесь нет, я вам скажу, это чуть-чуть обидно. Так, есть, что у нас ситуация с языками. Русский включили. Окей. Кстати, вот знаете, вот я купил его, и китайцы мне указали, ну что, чтобы вы увидели в трек номер, в комплектации должна идти была бесплатные наушники. Оказалось, что их нет. Все-таки вот здесь чуть-чуть мне, знаете, ну, чувство, что кинули нас. Так, включаем У, что я из Украины, вперед. Ну что, впервые включаю и просто, ну что, ознакомление. Кстати, знаете, что из плюсов, вот, ну что, изначально, что пипка здесь аккуратная и комфортная. Вот действительно, просто знаете, я... Сейчас, одну секунду. Вот я вот, всем уже рекламировал и советовал Xiaomi 7 нот. Но там вот эта, ну что, пипка до такой степени страшная уже была, ну что ужас. Тут сделано все аккуратненько, и претензий, ну что, к исполнению у меня абсолютно, ну что, ноль. И что из плюсов, вот, ребят, я
Я не знаю, вы в камеру что-то видите или нет. Кстати, в сим-карте что-то втыкается хреново. Есть так, включаем упустить. Тонкие, офигенно тонкие рамки. Вообще, телефон за ту стоимость, что он стоит, я считаю, это просто сказка. Там 100%, что кто-то спорить будет, что все полностью. Так, включаем упустить. Далее. Не понял. Секунду. Так, вот стыкнулись с тем, что обязательно, условия для включения телефона, я так понял, обязательно, чтобы у вас был Gmail. Ребят, это я считаю, что чуть-чуть вот не честно, вот есть люди, что не используют его. А здесь уже из коробки, вот видите, пишут, почти все готово. Встречаем, все включается впервые, это только знакомство, чтобы вы, телефончик, все увидели. Но пока у меня впечатление, что просто сказка. Я не знаю, там пусть 100% кто-то вкипишевать будет. Кстати, со сканером вот стабильное замечание, что в компактный и не утоплен вниз, чтобы вы увидели, я не знаю, по камере, но скажем, искать его будет неудобно. Тут крути не крути. Так, включается интересное. Пропускаем сразу. Не хочу. Включаем систему. Что у нас здесь встречает? Все полностью. Gmail, Google и сервисы у нас есть. Единственное, знаете, что вот я вот такую штуку вот не люблю. Если из упаковки, изначально тюхали для тебя в какие-то игрушки. Что меня самое больше интересует? Секунду, включаем и вниз. Па-бам-па-бам. Они впервые лицензировали телефон. И за это в китайцам отдельное спасибочки. Так, что и система, чтобы вы увидели, может, обои симпатичные какие-то взять, красивые, яркие, с деревом, да? Я думаю, что окажется все-таки поинтересней. Да или нет? Шторочка спускается. Естественно же, все, знаете, так аккуратно и красиво, и по качеству, потому что претензий у меня тут ноль. Включаем Play Market, потому что для спортивного интереса. Антутушка, поиск. Есть, но меня интересует, что больше. Чтобы вы увидели, что же у нас идет ситуация и с датчиками. Где там оно? Девайс ID. Есть. Инфо. Окей, ожидание скачивания и сенсоры, и спутники, бляха-муха. Так, ребят, я так думаю, что все увидели, до такой степени все включается и срабатывает тут на изи, абсолютно ни тормозов и ни глюков. Так, и кстати, не реклама, я его не рекламирую, чтобы не писали в комментариях, фу, ты там такой плохой. Я вот действительно ждал этого телефона. Тут я считаю, что сделано все сбалансировано по полной. Есть. Откопали. Гляньте, как здесь. На такой степени все аккуратненько. Что, ребят, это просто вообще я в шоке. Так, включаем информацию о самом телефоне, чтобы вы увидели. Что пишется, что глобалка. У нас есть 4 гигабайта оперативки. 4 из постоянно и используется Android Pie. Это просто офигеть. Вообще уже, знаете, так, пусть всякие пишут, но в любом случае, что у нас есть из специальных из возможностей, я думаю, все скучно и неинтересно. Вот в чем прикол, если захотели, у нас есть калибровка и приближение, и гироскопа, и ускорение. Все включается и все, я так думаю, срабатывают. Захотели, есть экстренная помощь. Так, у нас есть сканирование лица. Включается и срабатывает вообще со скоростью звука. Так, для спортивного интереса. И смотрите, опа. А, вот это, знаете, вот
Я не включил, использовал подсветку. Вот что надо было сделать, но что, извините, ошибаются все. Раз. Раз. Ну, включается и срабатывает скорость звука. А сканер тут вообще, я не знаю, но со скоростью звука все включается и срабатывает идеально. Пока, потому что я полностью телефоном доволен. Вообще, знаете, вот я действительно что ждал. Так, если захотели, у нас что? Ну что, изменяйте в картинку, у нас есть, потому что включается MBAC, у нас есть, включаются жесты. Так, а навигация по жестам. Я какие-то включал, то хреново было, честно. Давайте попробуем. Сюда. Так, включаем по установочкам. Ну что, попытаемся. Так, за компанией захотели темы. Звук, я так думаю, что интересно будет. А, ребята, чтоб вы уже знали, до какой степени я заскучал за классными динамиками. Тут все вполне ок. Вообще претензий у меня пока нет. Включаем диск, и что у нас есть? Включаем что-то MP4, что-то из MP3-шки. Так, это все по фото в теории у нас будет еще. И включим что-нибудь из музыки, чтобы вы услышали, что громкость динамика. Я считаю, что будет кому-то интересно все-таки. Ребята, кидайтесь в меня в камнями, но компания Meizu от не умерла. Все окей. Так, по экрану, я думаю, что оптимальнее все-таки, включить YouTube, чтобы вы, увидели, естественно же, симпатичную картинку. Так, с карточкой, я надеюсь, что все увидели, что все-таки все включается и срабатывает. И что меня вот здесь интересует, как отображается YouTube. В полную картинку. Включаем по качеству, потому что пицца, я так думаю, что Full HD будет. Тут все окей. С подсветочкой я забомберю по максимуму, чтобы вы увидели по экрану. Так, есть. Сюда. Ты что ж ты так, столько все. И гляньте на такую красоту. Используется вся, площадь экрана, и пимпочка, знаете, вот здесь уже вот не клитер, а действительно, пимпочка. Скажем, цвета вообще супер идут, и с подсветкой, по-моему, первое впечатление, что все и красиво, и ярко. Я не знаю, там что с фокусом, у вас будет, но вот то, что вот я увидел, я считаю, что это вообще вкруть. И в чем плюс, что знаете, китайцы изменили управление все-таки движениями. Это просто супер. Так, включаем у нас что? Здесь уже, я думаю, будет чуть-чуть, чтобы вы увидели, включается 60 FPS. И включится или нет? Спортивный интерес. Опа. И гляньте просто на такую красоту. Вот, ребят, синтетика, тесты в камере, все полностью, в перспективе, сделаю все отдельно будет. Но гляньте на экранчик, это просто вообще взрыв мозга. Я так чувствую, я, наверное, оставлю для себя его в перспективе. Конечно, я пока еще ничего не обещаю. Так, включаем. Если захотели, включается, кстати, автоматическое освещение. И у нас вот тут ползунок. Единственное, что вот я не понимаю, вот смотрите, что по экрану. Темно и светло, но только вот ты держишь его и попасть, вот видите, чуть-чуть, скажем, проблема идет. Я не знаю, с чем это связано, или с кривыми руками, что у Лени, стыкаемся с таким. Так, пусть с масштабом, я думаю, что все в курсе, включается для старших людей режим, все вполне окей, полноэкранный. Я думаю, если захотели, для чтения, что из плюсов, что изменяется цветовая температура, здесь тоже окей. Если захотели, у нас куча включается, вот смотрите, шикарная штука. Взял телефон и включился, разблокировался. Все, ничего делать вот не надо. Я эту функцию люблю, но честно, кушает аккумулятор стабильно в штанах, иногда включается в телефон. Что у нас здесь есть вот еще? Конечно же,
включения к телевизору. Я так думаю, что функцию включения, потому что чтение по карточкам, потому что все увидели. Что из замечаний, что в телефоне все-таки вот нет оплаты NFC от ребят. Это, конечно же, единственный, я так думаю, что из косяков, потому что это от телефона. Чтобы вы увидели, что и с системой по экрану, я надеюсь, что вы увидите, терпимо по камере у нас идет. Так, смотрите, используется 675-й дракон. Это просто офигеть, ребят. Это вообще, это сказка. Я не знаю, ну что, пусть там все кричат, да, идите лесом. 464 по памяти и камеры. Смотрите, идет, ну что, с 12 в пикселей и с 20. Тут используется та же самая, ну, технология, что в 7 ноте, ну что, 12-ка, и там интерполяция, и ля-ля-фа, и все полностью, и встает, ну, типа, что 48. Есть, я надеюсь, что все поняли. Так, гироскоп включается и срабатывает. Конечно же, датчик ориентации. Окей. Освещение. Вот, вот я смотрел, они здесь где-то. Включается, срабатывает. Супер. Тем более, акселерометр. Окей. Приближение. Опа. Я так думаю, что все увидели, что, куда и как. Ну, и, естественно же, компас. Это вообще, знаете, так. Спутники, я думаю, ну, что для информации включаем. Я думаю, что будет, ну что все тут классно. Ну, что, просто знаете, вот ну, что MTK вообще вот не дружат со спутниками. Ну, дешевые, я имею в виду. Snapdragon вообще, ну что все полностью дешевые или дорогие, всегда все шикарнейше и точность, все супер. Я думаю, оказался бы я вот на улице, все было бы, ну что еще лучше. Единственное, знаете, вот что мне интересно, а втыкнули ли сюда индикатор? Я думаю, что знаете, вот есть же такие люди, которые в конечном итоге в дизлайке меня убить будут, которые мне скажут, а ты упустил же за такую хрень. Да, ребята, я человек, иногда бывает о чем-то забываю. Так, включили телефон или нет? Потому что включилось, что в питание идет, и я не знаю, вот, ребят, слепой я или нет, но индикатора, ну, что-то вот я не увидел. Да, стыкаемся и с таким. Ну и самое главное, что у нас, ну, что всех интересовало, камера. Так, у нас включается автоматический режим есть. Ну, для спортивного интереса уже сделаем 3 фотки. Все исходники оказываются в описании. Кстати, ну что, оказались у меня что лампочки хреновые, так что в картинке оказывается, вот видите, как дергается. Ну что, вот это из-за того, что я все-таки вступил в такой ситуации. Что включается по установочкам? Ну что, сетка 4 к 3. Если захотели, включается и знак у нас включен. И, конечно же, ну что, в телефоне есть искусственный интеллект. Если захотели, включайте с портретом, ребят. Давайте для спортивного интереса. Так. Вот знаете, что мне здесь... Ну, ну что, кнопочки, ну что, громкости очень, ну что, тяжело нажимать. Ну, ребят, тут все окей. Что, гляньте, у Леньки оказались и уши, кстати, впервые из футболочкой стесала, и штатив остался. Все-таки уже я начинаю вставать, ну что, вообще доволен этим телефоном. Так, включаем по установкам, чтобы вы увидели, потому что пишется 4K. Вот единственное, что мне вот интересно, а где же у нас стабилизация? Это самое главное. И где же 60, чтобы FPS было? Так, испытываем сразу сюда. Снова всем привет, ребят. Вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон компании Meizu. Вот видите, что я говорил, что уж лампочки как колбасит. Но по фокусу тут включается и срабатывает вообще со скоростью, ну, что звука. Так, ну, что включаем сюда и звук, чтобы вы услышали. Я так думаю, что будет кому-то интересно, что же со звуком. Привет, ребят, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон компании Meizu. Вот видите, что я говорил, что лампочки вот у меня чуть-чуть хреновые. В таком случае вот надо вкопить и купить в толковые, ну, что лампочки. Единственное, что знаете, вот я же, ну что, упустил, тут же включается, ну что, типа, вот мне вот интересно, ну что,
включается оптическое сближение или такое. Если захотели, здесь включается симпатичное лицо, вспышка и всякая хрень. Я считаю, что глупо. Что у нас есть, ну что в пункте еще? У нас есть таймлэпс, естественно, у нас есть слоумо, если захотели, у нас есть съемка, ну что в темноте. И там вот я читал по поводу, ну что этой функции, у них есть, ну что плюшка, включайте с штатива, и там в темноте шикарнейшие в картинке. Но все сделаю, естественно же, отдельно. Ну что, вот, ребят, пока, знаете, вот не получается. Единственное, что интересно, включаем тут камеру, ну что, там указано было, что из 20 пикселями. В теории, я думаю, что симпатичная картинка. И видите, ну что, включился автоматически. Вот. Ага, если захотели, включается чуть-чуть симпатичное лицо, сильно симпатичное и стандартное. Ну что, для информации, вдруг окажется кому-то интересно. Давайте стандартное фото. Раз. Симпатичное. И конкретнейшее. Ну и чем отличие? Просто я надеюсь, что, ну, что вы увидите плюс-минус. Ну, все исходники внизу будут. Но здесь стесало по полной, и я симпатичненький. Но честно, вот отличие сильно и чуть-чуть я вот не увидел. И вживую вот Ленька, ну что, уставший и дергалась, ну что, картинка оказалась в конечном итоге вообще хреновая фотка. В таком случае что сделаем? Сделаем еще раз стандартное фото, а вдруг получится. Есть. Вот. Другое дело, вот видите, тут ты, ну что, в действительности живой. Вот я всегда акцентировал, вот я, ну что, в телефонах искусственные их интеллекты вот не люблю, ну вот именно из этого. Так, что и с портретом? Вот мне действительно интересно, как включается, срабатывает. И глянем в конечном итоге, что же оказалось. Ну, ребят, ну с портретами, кстати, вполне окей, но не знаю, вот вы увидите или нет, но все-таки стесало мне чуть-чуть, вот именно, ну что, уши нам в конце. К чему я это рассказываю? Что здесь получше снимают в портреты, ну что, для информации. Но вполне все симпатично и красиво. Но, вот знаете, вот что, ну, что интересно, а где же там, ну что, включалось из 20 пикселями. Так, что у нас тут? Ну что, пишется Full HD видео, стандартненько. Снова всем привет, ребят, вы на канале Азык из Китая. Мы испытываем телефон компании Meizu Note 9, чтобы вы увидели, что, куда и как, эту уставшую, естественно же, ну что, морду. Да и за компанию, вот на что мы пишем вообще. Ну что, пишу и скэном, знаете, чтобы картинка была чуть симпатичнее. Всем спасибо, мир. Ну, ребят, тут, ну что, в любом случае, все вполне окей. И звук, даже претензий по качеству снова таки нет. Что включается еще? Я так думаю, что это все используется такой, ну что, камерой. Вот если, ну что, включаем в темноте, и в любом случае, ну что, включается в такой, ну что, пункт. Единственное, что из замечаний, как включить вот эти пиксели, что у них, ну что, указаны. Я, вот смотрите, по фото, секунду, я сделаю, раз, и что же у нас в теории тут с цифрами? Включаем информацию, ну что, детали изображения, и сколько у нас идет, смотрите, 4000 на 3, получается, по факту, ну что, 12, ну что, пикселей, апертура у нас идет 1,7. А где же включить вот эти пиксели? Так, отчет нас не интересует. Это включаются эффекты, ребят, неинтересно, по установкам. И тут вот я, вот видите, включена, ну что, включен искусственный интеллект. Я так думаю, что проблема вот именно из этого. Я стыкался с таким в телефоне 7 нот от компании Xiaomi. Раз, и глянем. Что же здесь? И снова я включаю информацию, детали изображения. И, ребят, ну что, было 12 пикселей и осталось. А где же, как же включается в те, ну что, в пиксели, что 48? Я так и не понял. Или может включать,
Ура! Аллилуйя! Потому что ищите пункт вручную и вот видите, потому что пункт у нас есть, что, потому что включайте столько пикселей. Ждем. Кстати, вот что из плюсов, что с отличием от 7 нот, что ты включил, ну ты фокнул и со старта в картинка оказалась. Там чуть-чуть он все, ну что думал в конечном, ну что итоге, что вот не есть. А давайте включим еще стабилизатор, ой, ну что приближение, ну оптическое указано у нас. И ребят, тут, кстати, в детализации я вам скажу, что просто огонь. Так, что в детали изображения и вставлено, что вот, ребят, в те, ну что пиксели, что все ждали. Естественно же, ну что, в ПК, ну что сделаем итоги, знаете, чтоб так по минимуму, ну что вдруг кому-то, ну что интересно. Покупать такой, ну что телефон, я считаю, что, ну что сказка. Ну что пусть там, ну что все их срут, что компания, ну что умерла, обновлений к нему нету. Но вот, ребят, за ту стоимость, что он стоит, я считал и буду считать, что это самый охрененный телефон. И всем его рекомендую. 100% он окупается на все, в каждую, в копейку, что вы, ну, что вложите в него. Вот и все. Всем спасибо за внимание. Извините, что долго, как всегда. Но все, что я делаю, только для вас. Всем спасибо.